А ну попробуй еще раз стартер. Двигатель мог заклинить. Он, видишь, раз и колеса колом становятся. Не, ну что-то ж крутилось вроде. Ну крутилось, крутилось и докрутилось. Да, совершенно. Не, только что крутилось мы. Ну только что крутилось, потом больше. Подожди, зараз такое ощущение, что в него старте постоянно в зацеплении. Понимаешь, вот зараз. Короче, быстро капиталь Луаз, ты теперь его тянешь. Давай еще раз попробуем. Давай еще раз. Давай. Ну это такое ощущение, что понял, в зацеплении стартер, блин. А ты не толкай, пары. Да, ну я сниму, как вы красиво толкаете. Давай! Ехали нормально. Что произошло, непонятно вообще. Какая-то жесть просто. На ровном месте. Так, награждение уже идет. Бежим, бегим, спешим. Где-то он далеко говорит, да? Где он находится? Победе, все видели, ехал. Без микрофона лучше. Все ехали, видели, ехала Киа, да, девчонки ехали, экипаж 12 у нас. Если вы били, неправильно было, давайте извините, переделаем, потому что тяжело разобрать было. Давай по экипажу. Давай по экипажу. Киа, 12 экипаж. Браво! Киа Спартейдж. Именитые спортсмены подходили и говорили: ого-го, девчонки едут. Подходили и плакали. Я говорю, еще два круга, и кубика сделали лекцию. На рейндж-ровере хотел сниматься после вашего заезда. И на 80-ке тоже, да? 305-й это морда сказала. Иду, иду, иду. Кто тебя пропустит? Что это за... Мальчик, маленький мальчик, а пропусти здесь. Гордо моя. Техника. Какой машина? Нива. Нива. Шевроле Нива. Он без машины сейчас. Ну люди не знают. Категория за участие. Сотый экипаж нарастается. Какая машина? Что-то это у вас, если я не ошибаюсь. Да, там штук, там ну, а сотый экипаж есть? Там был штук 5. Сотый экипаж, вау! А, наверное, это дизельный, то, что под домом было, не ехали. Одна Лес и Марчук. Они, наверное, уехали. Это, наверное, дизельный у вас, тот, что под домом. 30-й. Какого он цвета был? Категория Light участник. Наверное, зеленый. Нет. А камуфляж? 30-й, я не помню. 30-й, Мусиенко, он до старта еще разбил? 30-й номер. Не, на лайте говорят. Нет, на лайте. Где-то на лайте можно было разбить. Участие лайт, Шаменко Глеб. Первый номер. Первый номер. Подходи, и шо? Иди сюда. И все. Будем целоваться. Это тот, который приехал на финиш. Оставил машину на драйве или на чем-то, побежал, вот, а я спасал, спасал, что, под колеса Драглера. Самое главное время главное. А, надо было, блядь, этого варианта нет. Он просто на второй круг ее, чтобы Астама ехала. Экипаж, категория Light, за участие Мишура Вадим, да, и... Какая машина? Субару. Субару. С антишаклами фотографии. Луаза Субару. Дотянули его хоть до финиша, да? Конечно. Так, передал через веревку. Через веревку передал заболевание. Думаю. Патриот сломал. Восьмой экипаж. Восьмой. Мотор. Есть, есть. Есть. Нива. Спасибо. Со львовскими номерами. Ребята, вы со Львова, да? Нет. А какого цвета? Беж. Он стоит. Беж. Экипаж. А, с Дарницы которая? Немченко Елена. И еще один мальчик. Где он? Мальчик, иди. Мальчик, иди. Где мальчик? Иди сюда. Давай, это самое, тебе. Ну, сюда на тумбочке я так застеснялся. Ну, ничего, и так уже. Поздравляем. Если бы он был, это Сережки будут вам. Ничего, ничего. Технику подладят все. 26-й экипаж, категория Light, Ющенко Михайло и Ющенко Андрей. 26-й экипаж. Если правильно называю фамилию, извините, тяжело было разобрать. Ну, Ющенко сложно по-другому назвать, ну, да. Может быть, как-то... Сейчас начнется, бля. Это мы уже просто забыли, ну,
неважно, записан же с корнета, в которых было неразборчиво все написано. Так, категория 3, Вдовенко, ИВ. Давай, нет, да? Давай. Так, 10-й экипаж, категория Light. Влад на Запорожце, Кавуненко. Где он? Вот он. Поздравляю, молодец. А какого цвета Запорожец? Зеленый, как у тебя. Да, 55-й экипаж, Ладыгин Егор, Кравченко Виктория. Молодцы. Ты определился, снимаешь? А, телефон забирай нам. Будем транслировать по ночам. 77-й экипаж, Яремчук Андрей. Ого! Слышишь? Тут все его фанаты, реально. Это Березаневская какая-то банда. Их там, да, их да. Там давно приехало. Это машин 5 точно. Слышишь, там в Березане вообще, наверное, сегодня людей не осталось. Все здесь, блин. Категория Light, 25-й номер. Лой Александр и Лой Валентина. Тоже. Давай, и мы давай кричать. Участник Light, 21-й экипаж, Андрейчук Богдан. Андрейчук. Василий. Вагон черный. Паджеро вагон? Да, черный. О, как они быстро ехали вообще. Вы быстро ехали, да? И колеса поменять, и выиграете в следующий раз. Так, а там стоят какие-то... АТ-шка? АТ-шка какая-то стоит, да. Большие колеса там стоят. Не заводские явно. Ну, Паджеро ты разбираешься. А Паджеро что там, 3,5? 3,8. Я же смотрю, как 3,8 быстро ехал. Ну, поздно, еще два прилога. Да! Категория Light, третье место. Light, третье место. Шампанское. Напиток. Третье место, Терентьев Павло и Терентьев Никита. Третье место, Лайт, 70-й экипаж. Какая машина? Машина G, да? Черная, да? А, черная. Чуть-чуть, который пенализацию получил, там чуть-чуть наезд, по-моему, на ленту был. Да, колеса повалили. Да, а так, по-моему, там или первое, или второе место ты бы заехал. Да, да. Надо в следующий раз быстро, но аккуратно. Ну, поздравляю вас, рады, что вы пришли к нам. И первые шаги, думаю, не буду последними, будем еще встречаться. Повернитесь, все, хоть, повернитесь вот с фоткой, да подождите. Ава! Йоханы Бабай. Второе место, категория Light, порт номер 88. Натаканов Андрей, да? Если правильно читаю. Тренировка! Наш чувак! Патриот! Ура! Держи! Все! Поворачивайся, Андрюха, тебя сфоткаем, повернись. Андрюха, Андрюха, стой! А за первое место Жигули? Да! Запорожец разыграл. Айфон 6, самый новый! Ну ладно, первое место! Категория 9S. Тоже может быть, да? Ой, а кто за телефон даже включил? Я это папарацци. Вербовой Андрей и вербовая Анастасия. Ура! Весь экипаж! Рэндж Ровер. Рэндж Ровер, патриот на втором, на третьем. Джип. С кем мы будем целоваться? С Андрюхой с кем? Наконец-то у меня будет айфон. Переверни, это будет девятый. Ладно, как КРТЛ. И мы будем видеть, куда это. Андрюха, повернись. Чтобы не украли, вот ваши документы. Гаишники, я с собой покажете. Все, молодцы. Андрюха, фото. Стой. Так, подходим мы уже так быстро к категории хард, да? Кто дальше всех заехал там, да?
Да, да. Расскажи, что произошло у нас, Крис, чтобы все узнали. Там говорит так, не надо. Ребята, внимание. У нас два категория хард. Но так как мы знаем, что был старт и финиш, и по итогах финиша мы знаем, какой у нас победитель. Но в категории хард мы приняли другую категорию. Кто доехал дальше? Сожалением, оказалось очень сложная трасса на хард, и никто с шести или семи даже участников не доехал до финиша. Это очередной раз подтверждает то, что я говорю. Надо бороться до последнего, не сдаваться и участвовать в разных категориях. И всегда есть шанс у всех. Вот. Поэтому мы будем награждать не тот, кто доехал до финиша, а тот, кому получилось поехать дальше. Ты наговорился? Да! Я пошутил! Так, третье место, категория старт, 23-й бортовой номер. Михайлов, Дима и Нищенко, Леонид. Они доказали, что мои волки делают. Да. Ребята, не так. Надо волки как. А кубок будешь брать? Дельфины. Повернитесь хоть вас. Мы не знали, что вы на третьем месте, блин. А мы там глумились, блин, лошары. Подожди еще. Да. Вот так вот. Второе место. Категория хард. Бортовой номер 32. Мишура, Вадим, Илья, Александр. Это серьезная машина. Луаза, это Луаза Субару. Луаза Субару поехал в хард. Так он дальше? Да, дальше, дальше. Да. Ну вы красавцы, блин, это. Повернись. Штурман, штурман. Фото, фото, Вадим. Я тут, Крис, я тут. У меня в первом месте 3 штрафа, у него 75, я на второй вылез. Итак, под ногами. Первое место, категория хард, борт номер 45, Петренко Юрий и Бородавченко Евгений. Фишер, Вадим! Это они за хлебом ехали, понял? Вы закрытие сезона добивали, и открытие продолжаете, да? Не за хлебом ехали и случайно заскочили на хард. Если третья машина есть, то две уже разложили. Как позор! Горе за плюю! Закрытие не одну, на закрытие вторую. А третья есть какая-то еще или нет? Фишер, у тебя есть еще одна машина? Нет! Да не я и перестаю. На масленицу бережу. Все? Так, переходим к категории... Прота. Прота. Такая была, она не очень интересная такая, да? Никому не понравилась. Интересная? Говорят, такая трасса. Я там на девятке проехал, не знаю, для дрыщей. Ну ладно. Так я проехал. Да, а у него была десятка когда-то давно. Да, десятка была. Вот это не рассказывай людям. Позор такой, да? Третье место, категория Прота. Борт номер 76. Яковец Леонид, Вака Юлиана. Опа, ёхани, бабай. Лёня, так я с чемпионом рядом стоял почти. Вот трассе уже убирает трассу. Да, молодец, пошел и я уже начал. Молодцы, ребята. Коронавирус, да, правильно. Что там, айфон? Молодцы. Стой. Ура. Есть. Бухаем, Юля. Они все сразу, не как обычно. Лагуну сегодня не раздаю. Так, второе место. Категория прота. Борт номер 6. Никого. Срач, Ванеев. Он уже там ждал, блин. Это ребята, которые не позволяли никому. Нет, второй там, конечно, Валера, блин. Красавец. Это чтобы. Если бы не его под рульки, наверное, там. Чтобы в следующий раз Валера не пропустил. Все ему? Да, Валера, на машине. Есть. Есть.
по домам. Все. Итак, первое место. Категория прото. Борт номер 44. Гавриш Валера и Стрижак Юрий. Где? Они уехали уже. А, уехали. Поздравляем, парни. Елки, хотел отжать, хотел кубок отжать, не получилось. Поздравляем. Валера, я тебе новой почтой отправил. Чего ты мучился, ждал? Так Валера, наверное, инструментов уже, да? И шампанский. Давай фото. Дельфин. Дельфин, я тут, дельфин. Сейчас птичка вылетит, смотри сюда. Я могу тебе птичку показать? Не надо, мы уже видели. Хорош. Там птичка, блин. Нам дельфина твоего хватает без птички. Все. Давайте мне за волю к победе. А что там еще что-то деребанят? А, что отделят, что осталось. Да, это тех, что раньше. Деребанят. Деребан какой-то пошел там. Грабят на подарки. Хоть бумагу заберу, нам еще ехать. Куда ты помял, елки? Нам еще ехать далеко. Да по дороге заправки. Вы же не на копейке сегодня доедете. Что там происходит? Какой-то кубок лишний один. Кубок непонятно. Запрос в организации. Виталий Ёшкинову коту, который просидел весь день на участке. А кубок кому интересен? Ира Чишна помогала сегодня заполнять эти классные грамоты, разбирала вас, ваш почерк. Молодец, терпение тебе, спасибо, как всегда, выручаешь. А это ручку ей подарили? Да. Какую ручку? iPhone 8, блин. Леня, красавчик, ты рубился, делал тут 2 дня трассу, рубился, все, тебе еще собирать трассу, поэтому тебе... До утра. До утра, короче, еще будет. Не до утра, но еще до 10, наверное, будет. Где наш блогер? Где? Роман? Кто? Вижу тебя. Кто? А, вот. Я? Не, вот. Это Кидалова, да. Проскочили. Ты видел, другие руки попало? Ошло к тебе в руки, блин. А он раз так подрезал тебя, короче. Хорошо. Ну это жестко. На тебе, где ты там? Я тут. На тебе. Шампанское. Шампанское. Как раз закончилось. 22. Когда такие морозы у нас будут? 22. Будут. Если будут вообще. Активная участница у нас. Походу плюс 10 вчера было, да? Активно болельщица, да? Читай. Да. Читать не умеет, нашел кому дать. Давай я прочитаю. Там же не по-польски. Там же шрифт другой, елки-палки. Татьяна, да, и Юлия. Гурина Татьяна. Все свободны? Остался на Жека, где так Шишна попала. Шишна попала, на тебе. На уши. Грамата на уши есть. Побег. Да. Все, Влад, иди ты там Жеке что передашь. Влад. На, все, только не надо бухать, я прошу тебя. А мы вас не подвижем. Все, багажник пустой. Все, всем спасибо. Да. Все, друзья, до следующих встреч. Пошли кушать. А теперь конкурс. Спасибо. А теперь сам большой конкурс. Кто больше палок соберет сейчас? Почему так все разбежались? Сейчас все разбежались. Надеюсь, что-то будем повышать уровень. А, спасибо нам за призы предоставленные огромные. Всех тушу. По традиции организаторы. Вадька, вы полезайте. Кто-то что-то уронили там. Спасибо. Он под ногой. Это организация. Спасибо всем за организацию, за участие. Короче, до скорых встреч. Встретимся уже на следующем соревновании. Уже скоро. Все, братан, давай. Так, все. Финиш. А куда ты? Полный. В окно. Нет, ничего.
Ладно. Показывал? Финиш оффроуда. Колышки с лентами горят. Не, фары вроде обе, да? Так, на дальнем одна. А, на дальнем одна, а на ближнем обе, да? Да. Ну, она сейчас будет ехать, она загорится. Печка работает, вебаста наша. Ветерок примораживает. Четкий был оффроуд. К сожалению, день короткий, я уже говорил. Да, день. А так все хорошо. Быстро закончилось. Много людей было. Как для... Еще потемнело где-то, ну, часа 4, наверное. В начале 5-го, да. Едем на боевом Запорожце, да, январь, 2 января. Чуть-чуть рассказуем его, подогреем, а то... Ну, вот он, организатор, продолжает борьбу с лентами. Так, а мы вылетаем домой. Подмерзло. Мы на шинах на дорожных, боевые сняты. Летим. А ну дальний. Есть. Так, дальний. Одна, получается. Одна, но светит четко. Ого! Ты что, думаешь, что мы на соревнованиях опять? А кто с тобой ехал штурманом? Веталь. Веталь ехал, да? Матрасник, да. Братан-матрасник. Братан-матрасник, он снимал там, да? Да, снимал. А я уже стал просто на точку, хотел же тебе камеру поставить, но уже не мог сместиться. Так, друзья, все. Сезон открыт. Оффроудный, вон он, Киев. Вдалеке весь светится. Не знаю, сейчас вон он, видно. Все было классно. Подписывайтесь, делитесь. Мы домой. До встречи.